Он может спекнуться, потому что я видел, как он был в сурве. Он даже говорил, что типа пойдет, кто в старый РБК хочет сурва затестить, потому что в Аникен он дал больше. Так это Гламурщин. А это Гламурщин был? Да, я уже потестил без вас, и как бы сурв прикольно бьет, но я не понимаю, почему на боссах не прокает ни хрена это. Потому что надо ловушки ставить. Ха-ха, неловко вышло. Не, а ловушки ни при чем. Я и с ловушками нормально допеш. Просто там есть контролируемый бурст для того, чтобы в соло бить либо по толпе. Но он почему-то не срабатывает на боссах ловушки. А, в смысле прока этого нету? Да, 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 там что-то на изготовку. С линкера надо. Я понял. Ой, это надо смотреть, разбираться. После я этого трэша стопните, заспомоним оставшихся. Вот я и хочу проверить, потому что... Ну я вот у всех по хантов смотрю, и я так понял, что... Но опять же, сурвы в агилу билдятся, а да. Не в ап. А там больше ничего не надо, там просто все камни на ловкость ставишь, у тебя скалируется абсолютно все. Ну это да, но я говорю, я типа хуй знает. Я так вот смотрю, в основном все в БМах бегают, кто там что-то закрывает. Ну и на... Кто-то уже в Т5 играет. Там вроде в Т5 только БМы. Может, я ошибаюсь. Не, в Т5 ММы как раз бегают. Я вот смотрел, там ММы. Рисайся. Засумуним сейчас. World of Flex, что-то АФК, что вы рисали уже. Да он это, пока что занят там. Ух, ебать, видели, как он у нас харчок сделал? Сифу какую-то кинул. Что за фигня? Я жму правую кнопку мыши, а я... Это не здесь, да? Это в другом. Не все. Я, короче, я... Это сколько уже? Три воронки, да, Слава? Угу. Да, три. О, Войд заговорил. Войд заговорил. Я там, кстати, ключ купил. Там рассказывали, что-то ключ надо будет. Это даже на ОПМу не реагирует, ты понял? У него одно слово в минуту. Да ладно, Войд, ну чё ты, блин, не обижайся. Все, бля, не играю с вами, ёбана в рот. Будут обижать, не обижайся. Будут отбежать, хуярь их нахуй, сейчас ебать надо. Блядь. Куда моб делся? Мага хуярим в первую очередь. Блин, даже здесь этого Абэму, блядь, вставил. И вы, прикинь, если бы он и релил, блядь. Хуярните, чурок, нахуй. Прямо здесь, блядь. Челик такой, ветку, у него есть быдло, нахуй. Твари. Тихо ступ нахуй. Ебануться. Нихуя. О, нихуя, хорош, реальти. Мега хорош. А че это дало-то хоть? Ничего. Вот именно. Контроль тупо взял, он и не понял, что произошло. Опа, пидор сзади, бежим, ебать. Рассос. Че за хуйня? Ебать, он нас переиграл, прикиньте, со спины подошел. Пока болезнь ебала. Не видали. Болезни пока не видать, вроде нормально. Паразиты, на рейнже тоже стоим, потому что если в куче стоять, паразиты, когда выходят, вас не дамаг наносят. Чужие тупо из нас вылезают. 2-3 там не убьют, но 4-5 могут шотнуть. Смотрите, по 2-3 можно стоять. Паразиты то хуйня, сейчас начнет эту гадость кидать, блядь. Может еще когда сдохнуть, либо разделиться, либо зеленый. Лужу хуяну. А он еще и так умеет. Так что, когда умирать будет моб, вот готовьтесь отбегать оттуда. Но спокойно. Паразит в персоре бежит. Всё, он в него внутрь. Это залез. Получается спокойный моб, нахуй. И легкий. Сейчас челики придут на РТ, которые только зашли, да? Такие, хуяк, ага. Ну, слепца убьем, хуяк, идем пустые, просто коридоры, никого нету, нахуй. Ёбаный, куда ты ждёшь? Да? Ну. А надо проверить, вот завтра трэш рыснется. Ну, блядь. Не знаю.
Мне Вока интересно. Не, мне, конечно, интереснее всего робота ебануть. Да, мне не, кажется, робота, мне... Да, а вот если рисается возле солярия трэш, это будет охуенно. Да. Но надо будет это глянуть. А чё, может, соляры убьем? Соляры же легче, блядь. Или типа теста на идиота. Робота не убьем. Нафиг дальше идти. Ну сейчас надо Воке. О, здесь закрыть тушу. Минимум 3. Синтек, спасай! Да я хилю, вот, блядь, даже чешку прожил. И Пета тоже хиль. Пета я не вижу. Блять, да. Надо, чтоб ты его видел. Это запомни, все хилы отвечают Петов сразу же. Не, это надо, чтобы вы включали их. Я тоже на Харпале хилоботе их отключил, нахуй хили. Не, ну, так и живем, нахуй. Наоборот, оставляешь. Ну, так-то БМ и это могут сами лечиться его питомцы. Ну, ты видел, сколько он хилит? У меня это. Ты на королях видел, как шотает где-то БМ? Да. Их не шотает. Ты просто к магу его как милика не подводишь, а доту надо диспелить с него. Да мы в прошлый раз просто позалупались и стали иди нахуй. Ну, я вот этот. Маги Друль Хэмоск и Хантом. Да, 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 да. Я заманался его резать. Просто по КД. Появился рез, появился рез. Ну его, я говорю, там не надо подпускать к магу. То, что его маг ваншотит этот, ну, которого милики не бьют. Да, да, да. Это ваша личная борьба за жизнь. Я не умею диспелить, блядь. Всякую хуйню. Так, учись. Пиздец, книжку дай. Есть, короче, ты можешь этот выучить. Первую помощь, и там, короче, есть вроде как зелье в тренинге яда. Да, кстати. Так это блок-то не яд вешает. А. Там болезнь. Сюда. Ой, ебать. Боешь. Сука. Шо это, блядь? Баун. Но чё, морской ты, конёк. А Вадикон ГЦ. Вадикон. Вадикон у нас запад. Зак или Дарья? А, она огонь кастует, нахуй, нихуя. Она огненный ливень кастует, просто анимации нет, нихуя. Или вы не видите? У меня один такой шарик с неба падает, ибо типа... Да, да, есть такая хуйня. Кринж, нахуй. Где там говорили, блядь? А, увидел. Он отключали эффектов, теперь видит только один шарик. Нихуя не видят, нахуй. А это льдом ебашит, да? Ну. Не, она просто стрелы дала и все. Ну, видишь? Оп, еще стрела. То есть тут еще и притрачиваться на каждый. Кто-то арканом бьет. Ну это как в РБК. Ты можешь спулить пачку, трэш, он тебя не убьет, а можешь спулить одного моба, он тебя положит. Ну вот, вот аркана вот полетела. Аркан. Блять, крипто лжи. О, этот пидорок идет. Большой? Мелкий. Понял. Большого вроде разъебали. В коридоре. А там. Это не тот самый, который появляется именно когда пулишь босс. Потому что один щитоносец какой-то появляется постоянно. Сейчас мы коридор просто разъебем, да и все. Да, коридор до каратреса зачистим нахуй. Ой, пиздец. Чё, Войд, у тебя кадров добавилось? Миллион кадров, нахуй, просто, блядь, будущее предсказываю. Миллион ГП.
Или он ГП, ой, ЕП, нахуй. Я просто ГП вижу, ГП, что через 4 часа уже будет, нахуй. Настолько кадры у меня быстрые, блядь. Ничего, ой, я ты! Ну все, там вайб будет, нахуй, на роботе, блядь. Это понятно. А чё выпадет с кратреса? Ну, блядь, миродробитель выпадет мне на мишку, нахуй. Нормально. Прикиньте, что он реально выпадет. Я ебу, блядь. Нас изнасиловали. Ну, сакра не помогла. Ну, да. Не адаптировались. Не зыбка в КД была. Хильте себя, хули вы стоите, блядь. Хильте себя, блядь. Я понял, нахуй. Вадикон, Реса и Синтека. Опа. Воскрес. Всё, мне... Я, короче, не хильте меня, я всех резну. Давай хиль меня, блядь. Тише, блядь, 6 секунд, 6 секунд. Опа, блядь, восстали из мёртвых, бегом. О, бля, голос появился, да? Да, голос появился. Синтек наебался. В смысле, я в это вас поднял из мертвых, в чем я не прав? Не, там два мага будет. Я помню, короче, в Наксрамос 10 ходили, и у нас, короче, рейд на 25 человек. Блядь, топовая. Там половина передохла, меня резнули, и я вижу, что у меня бой не висит на боссе. Топовая. Но я всех и резнул. Гильная тут падает какая-нибудь, его устраивает лёх. Войд, забирай себе на мишку, ебать. Мастер. Нам он всё показывает. Пиздец, вы не можете похилить или что? Вы стоите просто так? Хилы пол хп постоянно. Сало от цепухи было. Сало от цепухи. Ебать, это пиздец. FM. А ещё у нас три хила. Ворлд, все, с концами. О, бидон. Welcome to the club, buddy. Бидона давай сюда. О, хант есть сильно, да? Призан ДД оказывается. Рианти тоже, блядь, оказывается. То, что в пятой пати челикам ничего не говорит, да? Поэтому мы и падаем. Ставьте шкаф. Так, отойду на минуту. А, почему нет? Только тоже. Ну, мы втроем нормально захиливали. Ну да, я посмотрю, как босса будете захилить. Босс это другое. Как босса мы в 4 хила же вроде хилим. Да. Конкретно босса, вот реантив, ШП спекается. Вторую пакет там забить, все разложу. И присумонил, значит кто-то еще здесь. Не, этого флекса выкинуло только, сейчас уже можно сумонить. Тыкните сумбидона еще разочек. Здравствуйте, господа, включите, пожалуйста, стрим. Войд. Давайте, там все кадры видишь наперед. Да, будущее. Учти, он видит миллион кадров в секунду. Так что ты видишь то, что будет через 4 часа. Так. Слава, слава. А что, баночки дадут? Оп, обмен. Сопрот. По баночке дадут. Баночки иди вон в спортзал качай. Надо. Синтек только металлические гнет, не надо. Как классно, что вы так хорошо шутите, мужики. Кожевка у кого там есть? Кому рецепты дать? У меня кожевка. Плюсаните. Или обмен полидринку дайте. В первую пати этого гламурчина можно там орком. Тил даст. Там, процент или два.
Агра побольше будет. А, он персональный, который... Так, Holy Drink, вот тебе эти банки раздавай по 3 штуки миликом. Хватит там обмениваться, что вы там делаете, блядь? Давай. Да подожди, Сэджу. Ёбаный покос, блядь. Так, Вадикон на СПДшке. Так, сколько там их, блядь, сейчас посчитаю. 4. Ну, если только вот так. 10, короче. Что там следующий на банк? По 3 штуки. Кому? А призван в ДД будет? Вадикону на СПД кидайте, холидринку. Ну да, в ДД. Пускай ДДшный берет. Пока что. Что-то я не понял, что вы там. Что-то какую-то хуйню сделали. Масло есть, я заплачу. Сейчас бан. А, вон джоб стоит, сейчас достану. Навара вообще тут заходить не стал. С рулем пока. Дайте, блин, холи дринку там. Еще надо кому на СПД? Так, ну тут подамажено. Эджи, тебе банки не надо, да? О, ломучий, ты напать. Я рогу обменял, рогу на пятую закинул. Ему-то по-любому сила не нужна. Ну да, ему там заебись пятой. Реанти, у меня на ДД. На миле ДД. Джош, там два арсендарей. Арсендарей, криту дают, по-моему. Давайте этого ебанем, да пойдем чистанем дальше, да и кого там еще. Дальше. Но рыбу еще не пиздили. Рыбу Марагрима ебанем, а потом на гидросе дадим трай. Не знаю, трай, если все хуево будет, пойдем в ока робота ебашить. Там соляру. На повелителя глубин пойдем? Кратрес, я тебе разве в банке не давал? Попозже, Кратрес. Все равно третий кусок ни к чему пока. Робота, если ебанем... Дай мне банок, слава, закончились. Сколько у тебя брали-то? А, на стресс еще. Все раздал? Кулак по призону. Тут эти роги, бля, как это хуй-то называется? Вот, дизарм кидайте, вот когда он крутится начинает. Дайте по призону кулак. Тут смотрите. А что, ласточки где? Куда? Кому? Кто говорит? Тут уэйт. Тут уэйт. Тут уэйт. 228. У Вадикона. Окей. Дизарм, выставьте тоже два макрос на дизарм. Кикни анреального. Слышишь, мы хотели этот же коридор до каратреса зачистить и заодно узнаем, будет прибегать этот. Ну пошли, глянем. Да не похуй ли? Уже все банки сожраны все. Ёбаный, я застрял нахуй. Да ебать, вам по три банки дали нахуй. А зачем вы перед полом банки жрете, если мы еще даже не чекнули на АФК? Да я только мавов замазанул. Трэш один ебаним. Хуй нам нужен, потому что ворон. И пойдем. Заодно после. И будем знать. Поебать, я его согрел. Тут же вроде забаганный большой. А он сюда доходит? Мы его уже отпиздили. А этот вот вчера кто-то ролил этот воятель громит, вспомни меня, блядь, что-то я.
Я не помню. Ты 10 надо. У меня 50 нажал. На танк заебись, похуй. Соответственно, да, да. У меня этот с обычкой была такая, и я. Уже пати перетусовал нахуй. Мне кажется, на каратреса проще через Морогрима заходить, там удобнее, чем вот с этого узкого коридора. Ну тут да, большие, блядь. Все, пошли обратно. Слепца хуярить. Нет, тут каратрес пиздец этот, но там ДПС да, по мне. У кого вторая аура? Возьмите первую. А третья? Не надо, да? Третья висит. Висит? Да-да, это просто рассосались немного как. Признаю. Вторая вообще бесполезная. Она не наносит ниску. Какая? Да, это воздаяние. Ох, не бегай. Все все знают, да? Про Напул. Там призван еще не подошел. Напула всего два. Че тебе? Знак? Нострекс одна. Нострекс говорит, ничего не знает. Их по сути подкопить надо, а потом я даже не знаю, как их, блять. Их надо раздавать у тем, у кого репа есть. А если ты вот смотри, ты вот взял за банки за репу, они тоже репу требуют, чтобы в сумке они были, или их можно передать? Они персональные. А-а-а. Это, блядь, пиздец. Надо это. Ну да, у кого репа есть. А репу можно вкачать, если у кого-то не вкачано. Какая за... репа нужна? Надо алдеры или провидцы, надо кинарийская экспедиция и шатар. Это чтобы что? Это для чего? Это превознесение, чтобы было, и вы тогда сможете за знаки Лидары покупать банки, такие же самые, как БКшные. Они действуют в ЗС Ока. Это а, самое... только в них, типа... А, это все, короче, это все круто, охуенно, но это как-нибудь другой раз подкопить их надо. Это самое. Напульщики. Кто не знает, что делать. Я босс, не знаю, что делать. Босс скидывает агро, когда заканчивается вихрь, раз. Когда из демона превращается в обычную форму, два. Понятно? Обычную форму Вилаша держит. Седжу будешь скидывать, будешь накидывать на пул после окончания вихря. Криптовил после превращения демона в обычного будешь накидывать на Вилашу. Когда 25% будет, босс делится на демона и обычного. Демона держит Лингрен. МВП хант, на пулишь на него демона. Ну и... Ну а Роги найти. Да его же никто бить не будет. Да. И Вилаш отведет обычного. Так что отдела. Напуливать на меня не надо. Короче, когда разделение будет, стопните дамаг, подождите, чтобы этот Лингрен стал возле демона. Демон не бегает, он кастует постоянно, а этого отведут, и тогда уже только бейте. Слышишь, кто пати тасовал? Не знаю. И это, самое главное, когда вихрь идет, не, ну, смотрите, он там идет быстро, 10 секунд всего. Смотрите, когда вот 5 секунд прокрутился, вы бьете. А потом, когда последние 5 секунд, то есть он скоро закончится, вы отходите. Если босс к вам чаржится, вы отходите от него. То есть будьте готовы бежать, потому что и бежать тоже не надо туда, где нету танка. Надо смотреть вот на танка на Вилашу, чтобы ей тоже надо было агро набирать. Босс быстро бегает. Вот. Ну и Вилаша там, знаешь, этот самый... Как только вихрь начинается, еще до его начала. Вот видишь таймер там в ДБМе, и уже ебани в него два удара смерти, когда уже агро нормальное, то есть держишь. Вот, и вихрь заканчивается, и 4 ЛПшки разряжаешь в него. Ну и там демоны еще на фазе демона будут появляться. По 20 тысяч мобы или по 40, там надо убить. Ставь рыбку, там не все похавали. Вечно голодный. А дизайн работает, да, на него это в вихре или не работает? Нет.
Вихрь после 25% еще больше будет. Пожари. Поэтому смотрите там сейвы, прожимайте свои. Опять мурлоки в рейде. Надо это, в магазине отравы купить, но... не надо. Дихлофос купить. Реанти, это... Ты в чем на там? Стресс, на рыбу, блядь, поставили, нахуй. А похую, да? Да и вот что-то. Нормально. Ну вот, говорит, и не поел. Опа, вот. Вихрь 5 секунд. Можешь удар смерти давать уже. Че вы Геру-то дайте? Да, кстати. Геру ну, на не демоне надо, же. Не надо, да, на 25. Демон. Блять, вас без сейвов сейчас убьет там нахуй. Скоро будет демон, вот сейчас второго вихря не будет, будет демон. Вот демон. На стресс, если на тебя кинется метка демона, перед тобой появится твой демон. Тебе надо быстро его разъебать. Шэдоу, отойди от рависта. Да, не стакай дебаф, блядь, что не видно, что ли? Демоны поменяются, смотрим. Своих демонов убиваем. Гламурчин, Керсори, Хукмастер, не люблю щит. Гламурчин и не люблю щиты. Гламур. Да, сейчас. Равист кили. Обычная форма, 5 секунд, готовьте на пол. Вихрь, 7 секунд, можешь удар смерти давать. Юля, дай не зыб. Отбегаем. Типом. Рест на инвизибл. Баф по нему лапку дал. Демона бьем. Демонов смотрим. Лингран, Гламурченко, Арстори, призванный, не люблю щит. Гламурчин, у тебя остался. Вихрь 7 секунд, давай удары смерти. Секунда вихрь. Прожимки сейвы готовим.
Секунда, кончится вихрь. Смотрим за агро. Три процента фаза. Так, пошла фаза. Сначала не бейте, дайте левелаши отвести обычную форму. От демона отходим, от Лингрена тоже. Вот обычного бьем. Репорт и сухуню Геру давать. Может Геру. Провис стресс инвизибл. Блять, чё за хуйня нахуй? Это доты, наверное, висят или чё, блять? Убав по нему. Каску, лапку дал. Сейчас будет вихрь, скоро готовься. Можешь уже удары смерти дать, он сейчас чаще будет. Удары смерти давай, там, да, да. И готовься, 4 лпшки жди. Секунда, вихрь кончится. Засилимся, на фул хп стараемся держаться. Там дотка еще, первое течение. В принципе, агро есть. Уже удары смерти, еще давай вихрь, 5 секунд. Еще разок. После вихря МВП хант на пол лишь, если есть на пол, на вилашу. Будет, будет, будет. Целевые прожимаем дубовую и всю хуйню отдаем. Нет, пидорас, нахуй. Сколько на берсе? А. Да хуя. Успеваем. 15 секунд до берса. Нет, 30. Там 6 минут и 15 секунд. Мне вообще показано 4.12. 10 секунд до берсы. Там на 3.45 берса. 6 минут и 15 секунд там берса. ГЦ рарник. Ёбаный, не могу, не видно нихуя. Бля, могла бы тринька упасть вот на самом деле. Да, сейчас на рыбу пойдем. Чурарник, да? Ну, у него вроде привар. А этот пидор же близко, или вот пал наступ, который? Ну, рыбу там бить, блять, хули. И как раз заодно там трэш на волну, с той стороны заходить на волноступа удобнее. А, оттуда пойдем, да? Так, чё там? Я вот. А, скажите, не вас, скажи сюда. Так, куда вы пошли? Назад, да? На рыбу идем. Не ебал нах. Я не знаю, что самое полезное будет. В сове ВХ, видишь, нету. ВХ делать еще и, скорее всего, донить. Ну, не, ну если буду донить, блять, ну, тогда буду собирать осколки, поставлю себе. А так, я думаю, надо мишку мне открывать. Т5. Чё там? Кто ачиву хочет ловить эту рыбу ебаную? Не рыбак. Та же самая хуйня. Пацаны, пока не ловите. Синтек бежит. Синтек надо бежит ловить, блядь. Че это за хуйня? Пизда. У меня сова большая. Ты долго бегать будешь, а? Я по кругу бегу. Это тактика такая. Ты ловить, блядь, будешь, не? Уже сейчас пул будет. Так, подожди, давай рыбу
там падает. Уже ловит. А, уже ловит. Ух, бля, поймали вот эта рыбка, ебать. Да, босс манекен вообще кайфовый. Он просто манекен прям? И еще почти. Легче, чем сурок. Надо будет нырять. Тебе когда скажут, надо нырять в воду. Можно по кругу отбегать. Понял, принял. А так в воде стоять нельзя. Дикон, лови сальву. Беги, малышка! Воду, я так понимаю, воду прыгать, да? Да. Ну, можно по кругу просто бегать. А почему под водой не бьется, блядь, говно? Пониже нырни. Ага, все. Вынырнуть. Все это вся механика на нем? Да. К сожалению. Какой интересный босс. Ну он так-то вайпал, когда на нем трэш был. Был бы сейчас трэш, мы бы поугарали бы нахуй. Ну он долгий был, пиздец. Он ныряет нахуй на минуту нахуй где-то. Так он заебал. Свинья, не рыба, бля. Не говори. Правда, дашникам классно, не откидывает. Да не, он там что-то кидал, у нас тоже кинул. Беги, малышка, беги. В воду прыгнули. Побежали. Ляки делать нехуй. А что еще делать на этом боссе, блядь? Ну, под водой можно бить. Не скучать, да? Под водой какой-то хуйней ебашит. В воде вообще бьет, да, здесь. Ну там НАСА на ебу. Вода урон. Да, там, вода горячая. Там НАСА на просто. Сова нырнула, блин. Рыба обоссалась. Пустила там желтую струю. Да это ваш на самом деле, блин. Пираньи разводит тут. Это экологический стандарт не соблюдает нихуя. Слышишь, а у нее что, берсы нету у рыбы? Да хуй знает. Вроде не написано. Ауч, блять, ногой уебался. Ай, блять, уебался, да? Блять, очень больно уебался. Короче, у Бэма, да? Есть контакт. Invisible сдох. В воду прыгнули. Ну что-то не везет сегодня. Вы нырнули. Остановились. Кому как? Так бы нырнул бы и пиздечил бы рыбу. А я так и так бегаю и бью. Мне рейндж большой. Хвост что он сюда достает. Как бы ну, подальше бегать не надо. Или привычка с собаки осталась, да? О, мужики, вот тут, где Заханыч стоит, не откидывай, встаньте в него. Ну, во-первых, меньше урона по тебе, меньше да, хилов. Там, короче, напрягает. Если за спиной факел, то тебя факел... Вон, бидон уже сухой, блядь. Понял. Он... Нет, не факел, вот если я стою вот прям на краю платформы... Блядь, да-да-да. В воду прыгнули. Да там 2% ебать. Сейчас... На мужика давай. Бреет, блядь, такой. На мужика улетел. Вот она, ГЦ, силы ебать. Моя. Серега? Ну да. Серега, пиздец.
Не понял, а корабль у вас есть, чтобы серьгу носить, а? Какой корабль? Ну, как бы... Черная носит, жемчужина. Либо... Серьгу носят, либо... Серьгу либо носят пираты, либо пидорасы. Корабля я у вас не вижу, мужики. У меня есть пиратский корабль в другой ММО. Ну вот это запы, ебать, бисовые, нахуй. Ну как бисовые, блядь? Бисовые сейчас ТТГ. Ну если брать чисто на будущее в Блада, то чисто в теории можно взять эти запы. На распыл, нахуй. Распылить Серегу к ебаным. Направо? Я уже думали. Ну да. Морской пони, блять. Первый плюс в рейд. Видали, как я наебал игру? Хуяк без ДК бегал. Первый сразу. Ну, стресса, пиздец, наебали мы. Так, а куда мы идем? Хуя Геру дали. Это пранк какой-то? Мобов, чтобы убить. А куда мы идем, нахуй? Я потерялся. Да. Наверх и направо, вот. Ёбаный подпись. Вал на стопу. Сзади, блядь, чтобы он... Ты этого пэта раскидал? Чё раскидал? Ну там пэт, пони был. Да. Он же сказал, первый питомец. Ребят, вы еще за Войдом не ходите. Он в трёх соснах заблудится. Да, он потеряшка здесь. Ответственного, да? Не люблю, ты прочитал, да, что дает? Что, да, вот. 204 СПД и... Мана протянет, ты СПД потеряешь. Так что не садись по мане. Блять, а куда идти, ебаный стыд? А. Вот, если что, есть такая кнопочка, буква М. Да я, бля, юзаю. Нажимаешь и смотришь. Смотрю, ну. Я по кругляшкам ориентируюсь, вот иду на вас чисто. По кругляшкам. А продукт, у тебя что это? 4 босса нет, а лич есть, да? Вообще око будет скоро. Че, робота пизданем сегодня? Да, блядь, да, посмотрим сейчас. Попробуем стоять. Ой, блядь, началось. Ну, думаю, Сифа, да? Вот это? Сифа в натуре, рейндж. Разбежались. Ебать его в рот, блядь. Блядь, ёбаный покос, нахуй. Рарник, херни по-братски. Главное, чтобы с вами никого рядом не было. Это, спасибо. давай местами поменяемся, кто там с Шемом. Так. Уйди отсюда, да, я пойду побью, блядь. Отойди назад. С коронавирусом отходите, нахуй. А чё я его... А, вот, достаю нормально отсюда. Нормально, там пэт мой ебашит, парни. Там пэт мой с вами. Нормально. Там смотрите, блядь. Ебать, нахуй. Он сложнее, чем рыба, нахуй. Сейчас он еще разделится. Он сложнее, чем Вася, блядь, ебаный в рот. Сейчас он еще на двоих разделится, нахуй. А не с такой когда... же хуйней, да, блядь? Они, да. Нет, они когда умрут, еще лужи будут, нахуй. Там да, вообще, и хера нет лужи, блядь, в конце, нахуй. Пол рейда положит. Так что, да, готовьтесь при смерти моба отбегать. Что меня ебашит, ну? Пильте ебать их, чё вы, блядь, ну? Кринж, нахуй. Сейчас смотри, блядь, бомбанёт. Я вас не вижу, где вы стоите. Ну так из-за столба выйди, блядь. Ну так это может людям надо выйти из-за столба, а не мне? О, блядь. Два пидора. Всё, теперь не будет ОУЕшки, можно играть, да? Вот. Только одновременно их не залейте, а то пизда будет. Ну танку пизда не будет, надо просто выйти оттуда, танку похуй. Просто на рейндж 30 метров выйдите и все. Это Сэдж же сегодня молчит. Ломан не собрал, да, пиздец, злой. Ушли. Опа, ебались? Горло болит. Да танку не надо выходить. Наверное. Танку не надо. Ой, я там ебашу. Стояла бы там в лужу. Выйдите. Крестайте, павшая. Синтек обрыгивается. Смотри, синтек минус, на. Синтек просто в луже стоит, нахуй, в кислоте. Синтек просто немножко бадика перепил, ебать, поэтому... Ой, блядь, тут же шпетов убрать надо, да, по-моему? Или похуй?
Надо, надо, а то хуй знает. Вайшу еще сагришь, приведешь, блядь. Да, в этой комнате убирайте, ну и у вас нахуй еще. Я понял. Чуть-чуть на пульт. Синтек, твои братья тут нахуй. Брат пошел на брата. Чисто мерлоки. Синдек, иди договорись за лут, чтоб нормальный был. В натуре там штук 10 этих воронок, там мне забери что-нибудь. Прикинь, обоими заводишь нахуй. Так, где мой лут нахуй? Меня бля, а нет? тут весь нахуй шмот РПБшный, что ли? А, вот тут и байбекинг. Тут вообще пиздец. Один хаст РПБ и блок щитом нахуй. Ебаная. Нормально. Не, ну тут с волноступа нормальные ботинки 277 падают. Да, Лёха. Протопало в теме. В натуре. Ну хули, ты 5 от рейтинга. Но я, к сожалению, по приору не заберу их. Я вот, блядь, так думаю, нахуй я приор потратил перед заездкой, блядь. Ты эпоха. Чем первый, последний поймать. Раз тут, что ли? Но сервер завтра же не закроется. А вдруг? А вдруг в натуре, блядь? Давайте стоим тут, чисто ждем, танк нам приведет. Кто-то еще, кто не тупой, там можете приводить. Но имейте в виду, ну, с хил лучше с танком бегать, потому что они там замедляют жестко. Череп хуерьте. Хант он какой-то может, который там вилки не притворится, может ли отпрыгнуть. А то они такую хуйню кидают, что пиздец. Только без пета бегай. Нихуя рарника по приору скинула. Нахуй. Косарь ебана. Был 150 приора, сейчас 32 нахуй. Ну а чё, блядь, он косарь ГП получил за Т5. Ну то понятно. А у него один кусок да, только сейчас, да? А слева у шлёпков вести или чё? Только смотрите, ну, волноступ, который вот есть вот этот, он под боссом ходит. Его осторожно. Надо его разъебать. Я не знаю, ну опасно очень подходите, потому что если мы босса с пулей, мы подохнем точно. Он весь трэш сагрится, поэтому звездопады, всю прочую хуйню уберите. Гарнули нахуй уберите. Давайте, спасибо, короче. Спасибо, что напомнил. Давайте заходим, короче, и по этой стенке до крайнего угла туда вперед двигаемся, чтобы там места побольше там было. Стой, там мобов много. Ну там два танка есть нормально. Если вы прожмете. Вот эту всю хуйню агрим. И в край уходим, ДДшники, туда, в угол. Вот ух, ебать. Всю... Сало, да. С пизды свисало. Сейчас подождите, они агрона берут, сильно не ауешьте. И вообще не ауешьте. Звездопад не юзайте. Легко сказать. Аккуратненько по одному вон выцепляем. Он чист... череп хуярт. Меня киньте чё-то, бля. А где притон? Знает. Сало долгое, конечно. Закханы. Смотрите за агро, блядь, стопайте, если что. Да ты, к сожалению, не стопнешь. Бля, этого. ДКшника долбоеба. Все, Лингрен один остался из танков. Визит должен. Резайте Юлю быстро. Резайте, да. И отойдите из-под ебала там, или где вы стоите там. Бейте, ну отойдите, нормально бейте, аккуратно мобов, хоть самых слабых там вот сливайте. Волноступы в этих ебаных. А эти пидоры кливают. Вот ведьму добейте, череп. Сейчас добьем, дореснемся. Не спешите с агро в этом трэше. Они разъебывают, вещь лежим, чилим. Сэдс, у тебя все нормально, да? Ну, второй по ДПС хуярит. Не слышно, просто молчит. Ну ж простудился. Волнуюсь за друга на. Конек. Чё, морской такой же, да? Морской конек? Да, морской. Кто нахуй? Ебать нахуй. Рыбу в углу поставил.
Я в прошлый раз это второй был парол. Бля, а я чё нахуй? А, я походу рольнул, блядь. Ты заехал, у тебя их и так два уже. У меня ни одного. Я там 100 кинул, дайте мне, блядь. Где ровист? Где притон? Холедринг. Ты уже дал там АФК ему срочно? Я типа уже дал. Бля, я там 100 выкинул, ну ладно. Кому АФК right. срочно? Ну, Седжа передаст тебе. Седжа. Ну пошли. Отдается все под дом. Спасибо. Там в это в туннеле моб смотри тоже. Понял. Я нах. Смотрите осторожно. А он прям, то есть надо и вот эту комнату, и следующую зачистить. Всё, он прям надо. Всех позовет. Да, позовет. Почистим. Бля, молодец, какой. А то... Да, приходи, один, мы тоже одни будем. А то вдруг, блядь, там воронки. Не, ну три штуки это бодрая хуйня. Мы ходили на X2, вообще ноль было нахуй. Мы трэши столько не чистили, мы вот эти наверху платформы пропускали некоторые. Платформы 2-3 чистили только. Ну мы прямо пароли все почистили. Это-то можно доставать уже? Да не надо, не доставай ничего, блядь, зачем? Да вы ими нахуй мне пьет, блядь. Да на посе достань. Прыгай просто, блядь, ногами. Бегай. Да раз. Стоп, переплевать. Я просто кашел в туалет, не улетел вообще сокрыт. Так зайти обратно. Видишь, норм тема часа, мы почти ЗС трех боссов убили. Ага. Да. Ну, да, чистка трэша очень чисто, очень ну, сильно сохраняет время. Да. Все, назад. Да, назад пошли, там дочистим и Моргрима ебанем. Потом. Я тут. Я вот думаю, потом значит... нужно трэш еще перед этим каратресом зачистить. Так, а че она, кстати, с ДПСом поэтому по слепцу? У нас нормально там все? Не упремся в берсу, как в прошлый раз. Ну, судя на глаз, если без цифр смотреть, 346. Нет, вообще не должны упереться никак в берсу. В прошлый раз мы повезло, что паладин бабл нажал, а туда добили. Угу. Сейчас должно хватать. Сейчас АДКшников дохуя. Никого не зацеплю. А там недалеко. Это 2000 гп за один токен идет, да, получается, да? Да, за второй тоже. Да. Только он дается тем. Вне приора, да. Вне приора. Даже если у тебя 0 приора будет. У тебя один есть. Да, да. Ну, на второго еще 1000 снимается, да? Добавляется, да? Да.
Да, да, добавляется. Короче, на месяц просто отдыхаешь. Ну да. Это вопрос. Не, ну зато 2-5, блядь. 2-5. А этот танков и ДЦ не будем одевать, а этот по контуру. Я не знаю пока, ну. Я не вижу необходимости. Ну, ну да. Так-то, убиваем, да. Так-то можно. А на руки даешь, когда 2 будет, да, уже? Да. Да, да, да. Самое. Я не вижу необходимости, потому что. И даже если мы ДЦшника сделаем 2-5. Он не зарешает джайну, потому что, ну, это только ради джайна все это делать. То есть надо ждать, грубо говоря, мы в ДПС упремся. Нам нужен РДД пачка хорошая, чтобы миликов там, не знаю, 5-6 было. Да нам джайна чисто 5. Ради триника-то и нужна просто. Ну, так-то да. Так-то да, она нахуй не нужна. Не, не только ради триника. Не, осколок. Осколок, ну, то есть квест. Плюс осколок, а, ну, там, да, там да. Пуха ебейшая падает, вообще РПБ. Но чтобы лутать осколок, нужно, чтобы был... собраны 50 осколков вот этих оранжевых. Да. Вот в чем проблема. То есть сейчас вообще спешить некуда. То есть либо донатить, либо спешить некуда. Это есть... все замечательно. Сколько хилов будет на боссе? Пора боеха. Не знаю. Какой там третий патч, да? Ага. Сейчас осторожно, не юзайте, я там босс рядом стоит. Че, мы его здесь били, в этой палатке, да, вот? Нет, вправо. Вправо. Ну, сейчас по кругу обойдем, значит. С этой стороны только правее. Вот в этой били. Ага. Я думал, вообще с той стороны. Короче, нет. Вы все стоите здесь, короче, да? Да. Я сзади босса цепляю трэш, да? Да. Вот. Так, отойду на минуту. Босс стоит везде. Это... Босс стоит везде. Подъебало босса не заходить. Вот Вилаша в кружке стоит. Ну, чтобы это... Подъебало не заходить, потому что там волна 50 тысяч шотает. Вот здесь Лингрен собирает трэш, там чутка поднагрит и подводит уже в звезду. И все. А, еще проблема. Блин. Там эти были, как они... Сферы. Как они, сука, называются-то, ебаные, блядь. Мужики, Джуса поставил, комода возьмите. По 25 они, да? Вот только, короче, рыбу ставлю. Сферы будут лететь, они сало, если что, видишь. Или что, они просто шотают. Нужно, чтобы они до рейда не долетели. У них радиус взрыва, я не знаю, или 8, или 10. Нужно было... Сколько у них ХП? Не ХП, они просто взрываются. Надо, чтобы их кто-то взрывал. Надо будет, чтобы их кто-то взрывал. Ну, тебе съебаться, я не знаю. Перепрыгнуть, если... Вот, чтобы их встречал, короче, челик с прожимкой. Палы там к 35%, стопайте, это крылья не юзайте, чтобы у вас 50 на 50 можно было прожать. Тучки есть. Тучка, да. После 50 на 50 крылья. Я не хочу дотеренсом пробовать, я не уверен. Я не знаю, в 4 хила или рантис тоже спекать. Ладно, пускай в ШП будут, попробуем. Так, где начинаем? Я в прошлый раз не был тут. Под жопой у босса начинаем. Так, все, ну и черт. Босса вон в кружок сейчас поставят вот туда. Все, под пятки босса встаем. Юля, заведи чуть дальше его. На этот удар прожимочку давай. Ну что нам, кстати, с Герой-то? Ну давай на мобы идут. Ты что, уешь он, да, просто? Да, просто уешь. Только время дайте немножко поднабрать агро. Чем быстрее их убьем, тем лучше. Так, а кто их танчит? Лингрен, да? Да. Я тогда напуливать буду в тебя. Все напулы? Все три напула. Лёх, слышишь? И подводи чуть ближе к боссу. Кого они сами туда идут, блядь? Я их даже не могу загреть.
Иди, Кирсори, резай синтек. О, вот это отлично. Всем привет. Здорово. Проснулся, сори, опоздал. Там спрашивают, где Геру будет? Если что, тут сижу. Дикон, тебя что, трэш убил? Да, укус. Не срывайте трэш. Ну, вы сразу-то не бейте, но... Давайте время на огонь. Будьте очень осторожны. Мы выпнемся так в берсу, упремся и все. Босс простой, как хуйня. Нормально там все с агро пока. Не уесте. Я на наплыву ешь. Я заебался сюда попадать уже. Сосредоточьтесь по боссу больше, дамага. Играйте в босса, но кливом и башим оба. Вот сейчас три на пола на инглингры надаются. Так, значит, Рардик, сальву по инвизиблу давай. Ламуру маны залил. Арвиз тоже давай. Я в пузыре в каком-то. Что делать? Арвиз. Там у синтека и у Рависа. Блять, ёбаный ты бич нахуй. Вадикон, резай его. Куда я ты подъебало встал, блять? Я могу убить. Так а нахуй, ну, ладно. На пулы не слакайте, когда мобы выходят, вот удар по рейду прошел, вы уже готовите. Сука. Равист, иди ресай 2-2-8. Не успею. У нас еще Гера есть, если что. Давайте. В конце ее смысла будем давать, потому что сдохнет. Он что-то крикнул мне. Крик там на хп обновить, если нет. Блять. Ну, мобы убили. Ну и хули, чё, все, расход сделаем тогда. Это на пол и слакают. Встаньте чуть подальше, нахуй. Ты встань под пятки босса, блять, чтобы до тебя мобы не доебывались, нахуй. Я стоял, блять, в пятках. Это стоял. Пиздец, нахуй. И чё, и БР нету, нахуй. Я просто в ахуе, блять. Значит, на пулы нахуй не дают. Ну, не понимаете, что убьет человека, блять. Он хилит, ходки висят. Как раз удар нахуй по рейду проходится, и все, агро, все эти 12 пидоров идут на него. На пул надо раньше, значит, давать. Я, блядь, звездопад дал, нахуй. 3% дофаза. Значит, смотрите, как, сколько сфер летит. 1%. Все, фаза. Нет, первый.
Равник первый 50 на 50, и там дальше готовьте, значит. Ну то их две сферы бьют, один справа, другой слева. Вон сферы летят, они шотают. Сфера справа. Я словил вторую. Тут мастер инвизибл свои незыбки, готовьте встречать сферы следующие. Треш еще бить надо, сейчас на пол дадут. Ну пиздец нахуй. Вставалку юзай. Сфера летит к вам, сфера. Ёбаный в рот нахуй. Нихуя не вижу. Дайте там Геру для Паши. Сфера, блядь, летит опять в рейд. Сильнее по боссу. Я поймал. Пиздец, ты без тучки что ли Рианти ловил нахуй? У меня КД дубовая. Следующую сферу кто-то встретьте. Я уже отдал незыбу с панцирем. Босса, босса больше, трэш забили. Да ёбаный ты в рот нахуй. Ну почему бидон сферы встречает-то, блять? Я говорю, выбегайте, встречайте сферы. Сферы. Он на трэше умер. На пул, значит, вала и бьет, блять. Давайте по 20 боссу... секунд. По боссу фул хуярьте, блять. Я тоже мобы грызли. Да не трэш, ёбаный в рот, нахуй. Пиздец, нахуй, я не знаю, нахуй. Вот говоришь по-русски, нахуй, люди не понимают, нахуй. Берза. Я, кстати, не могу ДПС прибавить. Рейду. Если надо. Заходи. Ну как бы надо. Ну Shadow Knight там сам сидит. Плюс на сверху один. Алфир, может на историю зайдешь? На чем здесь на пол? На там пол... Бы... Да пусть на присте будет, нормально. Трэш. Мне не нравится эта ебаная позиция, он доходит быстро, люди не реагируют, нихуя не дают на пула. И понимаете... Я по КД сдавал на каждый пак, вот абсолютно на каждый. Два роги. Вы вообще в DC как вы даете? Вот он ударил по этому, как он называется, блядь. Вот это АУЕ вот прошло по рейду. Вот там на один момент КД было у всех. Раз же, блядь, нормально все было. Я вообще в ахуе. Трэш убивает людей, блядь. Вы стоите звезде, протопал, ну, трэш нахуй бежит вообще к звезде, нахуй. Вот. Да там пол рейда мы пожрали. Вот тут, нахуй, да, я видел, блядь. Один рога вот тут встает, нахуй. Второй рога вот тут встает, нахуй. Чтоб справа, слева. Вы убираете босса из таргета, нажимаете маленькие хитрости. Вот удар по рейду прошел, мобы появляются сразу. Нажимаете маленькие хитрости на Лингрена. И хуярите веер, блять. Вы должны веером ударить мобов раньше, чем мобы дойдут сюда, в звезду. Сейчас он так вылетел. Я релогнул. Хороший босс. Я сейчас... Да босс, в принципе, довольно простой.